Скоро Пасха, да, у христиан. Можно узнать, какие все-таки корни этого праздника, в какие века это все уходит, и что означает, что мы печем куличи ночью, да, красим яйца. Значит, вот можете рассказать про это, вот суть этого праздника? С каких веков он к нам пришел? Эгрегор. Мощный эгрегор. Эгрегор какой? Христианский, древнеславянский, еврейский. Славянский. Славянский. То есть христиане этот праздник переняли у древних славян, верно? Славяне, да. Да. Что славяне, это, как он назывался, этот праздник у древних славян? И что они этим праздником почитали? И почему яйца и куличи? С чем это связано? Древние славяне, они поклонялись солнцу. Так. И все, что было круглое, тем самым они восхваляли именно солнце. Ярила, да, называлось? Да, у древних славян. Ярила. Так. С этим связано очень много традиций древних славян, которые перешли в христианство под разными другими названиями, суть одна. Хорошо. Яйца. Почему мы садимся утром, разговляемся, берем одно яйцо, человек другое берет, красное, зеленое, и мы, значит, боремся, бьемся яйцами. Обмен энергиями происходит. Обмен энергии. Люди меняются энергией, а энергия – это информация. Человек держит в руке яйцо, напитывает своей информацией, идет обмен. С любовью, если люди к этому празднику приходят с любовью, то идет обмен информациями. Люди должны всегда меняться, делать обмен. Это сейчас происходит очень редко. Этот праздник дает возможность обменяться потоком энергии, любви, наполнение, благодарность, радость. И единство людей. И единство, что праздник, он один для всех. Он объединяет на высоком уровне, на тонком. Это очень хорошо видно. Заметно. Происходит объединение. Люди объединяются. Хорошо. Я тебя перебил, Свет. Продолжай. Потоки. Понятно. Нисходящая земля питает космос. А не связано ли этот праздник, не связан ли с тем временем, когда у Земли было три луны, потом Леля и Фата исчезли. Не связано ли? Это тоже связано. И это тоже, потому что Я слышал информацию, что да, когда эти две луны исчезли, яйца были связаны именно с этим. Да, битва. Да, была битва. А кто с кем воевал? Боги? Да. А что не поделили?
власть, как mm-hmm. всегда. Как всегда. Жажда власти, да, и жадность. А кто жил на Лелии и Фате? Какие-то Кощеи, да, помнится мне, или нет? Это цивилизации, которые были слишком высокоразвитые. Произошла битва, уничтожение большого количества населения. Нужно было спасать. Произошли переселения в связи с этим. Вынуждены были переселить очень большое количество жителей разных цивилизаций. Поэтому на Земле присутствует очень много цивилизаций разных типов и разных уровней. Mm-hmm. Это тоже, да, с этим связано, с этим событием? Да, конечно. Mm-hmm. Mm-hmm. У вас очень много цивилизаций здесь, на Земле. Намешано, это правда. Да. Угу. А темная раса, чернокожая. Это цивилизация. Их высадили на Землю. Да. Многие другие цивилизации были. То же самое, да? Высажены сюда, да. Угу. Чтобы спасти людей. Угу. Сохранить эти цивилизации, спасти их. Понятно. Сколько лет назад, сколько веков назад был крайний потоп на Земле? Вот эта история с Ноем, с ковчегом, с потопом, это действительно было так? Да, действительно. Было именно так. Угу. Сколько тысяч лет? Немножко, чуть-чуть было по-другому. Приукрасили, приврали, да, как обычно? Да, это угу. как всегда. Припудрили информацию. Информацию всегда скрывают или преувеличивают, приукрашивают. Так было всегда. Сколько людей вводят в заблуждение тем самым? Да, обычная история, это мы знаем. Сколько веков назад был этот потоп? Какие это года были? 12 тысяч лет назад, 14 тысяч лет назад, ходит разная информация. 12 тысяч лет назад. 12 тысяч, да, все-таки? Угу. Да. Угу. Понятно.